38-м городом кругосветного путешествия «Орла и Решки» стал марокканский Фес. Город встретил нас 40-градусной жарой и адски сухим огненным воздухом. А, какой кошмар! Хочу в тень, все. Это невыносимо, это просто невыносимо, я даже ничего не вижу. Все два дня группа чувствовала себя сыром на раскаленной сковородке. В таких условиях не то что работать, шевелиться было сложно. Я сейчас тихонечко лягу. А ты можешь пойти поснимать. Боком. Можно боком. Вообще боком. Боком. А, да? А, можно. На такой жаре организм человека начинает давать сбои. Губы не слушаются. Реакция замедляется. И стоят, смотрят. Мозг плавится. А чего мы ждем? А, меня, точно. А рот отказывается складывать слова в предложение. Еще один способ спасти. Еще один способ спасти свой организм. Еще один способ спасти. Мы перегрелись. Еще один способ перегреться на солнце — это слушать петь подводки. В общем, просто мята, куча мяты, залита кипятком. На вкус сплошная мята, сплошной концентрат травы. Давай перерыв, да. Ну а вот здесь вот я вот сяду. Вот так вот сяду. И буду писать до тех пор, пока... Не буду говорить нормально подводки. Буду писать, я не умею говорить подводки. Под конец съемок невыносимый зной, огненный песок и общая усталость накалила отношения в группе. Я не знаю, как ехать по дюнам. Боком или не боком, я не разбираюсь в дюнах. Ну ты машины водишь? Ну просто по дороге, Яр, ты не видел? Я вчера водил машину. Да. Довольно неплохо у меня получается, надо тебе сказать. Да. Я не знаю, как рулить по дюнам. Я не понимаю. Значит, смотри, главное не перевернуть тачку. Вопрос, ты умеешь водить машину по дюнам? Нет. Смотри, когда идет наклон, просто, Петь, очень все просто. Я тебе сейчас быстро объясню. Вот, смотри, видишь? Вот, смотри, смотри. Вот, видишь, склон. С одной стороны. С другой стороны. Так вот, вот так нельзя ехать. Если ты едешь, если ты чувствуешь, что тебя кренит, поворачивай в ту сторону, которая кренит. Налево, то есть. Если тебя налево клонит, крути налево, чтобы она была перпендикулярно. А куда мы едем? Мы едем домой. Так мы же оттуда приехали. Не оттуда, а оттуда, если уж на то пошло. Наша непобедимая съемочная группа выдержала и это испытание. И с радостью полетела дальше. Как можно дальше? Я, пишет, тебя люблю. А я тебя нет. Не получишь ты денег. Не получишь, нет.